Мне все равно, я слышу акцент, да. Польский. Вы не показывайте мне пресса. Какая разница, кто здесь пресса? Вы скажете, из Польши, мне пресса не надо. Да. Я буду с вами разговаривать. Да. И вот это мне аккредитация мне не нужна, понимаете? У меня друзья, у меня много друзей на Фейсбуке, ждают, все смотрят, где я и что, и как да здесь. Даже бы не пресса вы были. Да. Но какая разница? Я аматор, я денег за это не беру. Никто а меня копейки не дал. Нет, так, я говорю, мне пресса, допустим, показывать не надо. Да. И скажите, как называется это его Семеновка? Семеновка. Ну, там Семеновка, там да. другое, это там другое. Славянский. Была блокада, да. били окраины в упор. Николаевка. Мне да. рассказывали люди. Да. Меня вчера тоже говорили, что там вон трупы было. Да? Влетает снаряд. Отрывают ноги, убивают людей. Все не убрано. А разрешают солдаты въехать или нет? Я давно там не был. Ну, мы, может, сегодня поедем. Ой, я худой, пропущу. В упор били людей, в упор расстреливали. И вода бесплатна. Пока. Да, да. Это благодаря. Да. Я вон во дворе сказал вчера, Богдан, будет дадут воду, я буду приходить сюда брать воду все равно. Ну что, мне тяжело прийти. Да, благодаря нашим. И если Богдан пустит, конечно. А потом он скажет, может, ну пустит, наверное. Дают нам воду. Проблема.